Жители станции Ясная, переселенные туда со станции Степь, угрожают региональным властям еженедельными пикетами. Люди не хотят оставаться в населенном пункте, где нет ни работы, ни нормальных бытовых условий. Квартиры, в которых они живут сейчас, нуждаются в срочном ремонте. Однако восстанавливать их ясненцы не торопятся, так как жилье им не принадлежит. Но и переселять людей в Читу, как им изначально обещали, никто не планирует. Вместо этого региональные власти, как сообщил ЗАБТВ один из активистов Евгений Тютин, обещают ясненцам решить их жилищно-коммунальные проблемы и обязать людей оформить квартиры в собственность. Мы не согласны вообще приватизировать там жилье. Мы сказали, что мы в ноябре, в начале ноября выходим опять же на пикет, на площадь. Об этом я уведомлю также Жданову и всех остальных, там вот прокуратуру и Пальчикова. По словам Евгения Тютина, вчера в Ясную приезжала комиссия из представителей власти. Они осмотрели квартиры и в очередной раз предложили местным жителям приватизировать жилье. Людям объяснили, что на переселение 51 человека в Читу потребуется порядка 80 миллионов рублей. Таких денег в краевой казне нет. Как бы то ни было, ясненцы сдаваться не намерены. Они заявили, что с начала ноября будут еженедельно устраивать пикеты на площади Революции в Чите, пока не добьются своего.